29 сентября. Год. Ну, настолько сильно приближать я не вижу сейчас смысла. Еще низко над горизонтом наша Селена. И поэтому плотные слои атмосферы не позволяют нам резко на нее навестись. Для чего что у нас красавица? О, полностью в кадр, да? Full frame. Сегодня полнолуние. Луна в Перигее была вчера, но, в общем-то, не сильно мы промахнулись. Перигея, это значит на ближайшем расстоянии по орбите. Уменьшаешь выдержку, она становится просто кроваво-красная. О, это даже зловеще выглядит. Нет? Или, если не придавать своему голосу таких загробных интонаций, то ничего страшного, ничего зловещего. Отошел. Это, по-моему, у меня сердце бьется и колеблется в кадре луна. Давай осветлим нашу красавицу. Это перебор, наверное, да? Никто не знает, никто не знает. Да. Так, немножко будут искажения. Вот этот провод. Относительно провода луна перемещается. То есть это никакие не шрамы. Scare on the face. Moon on the... Как это? Man on the moon. Face on the moon. Ну, тоже, кстати, неплохо. Можно относительно этого провода. Видеть смещение. Вращение Земли. Ну ладно. Я думаю, что еще в течение ночи, может быть, я выйду. Дежурство у меня не скоро. Может, позволю себе выйти поснимать в зените полную луну. Ну и при хороших раскладах даже на закате я ее завтра утречком сниму. 29 сентября 2023 год, полнолуние. И просто красотень.